Здравствуйте, дорогие друзья, подписчики и те, которые смотрят мой канал. С вами Игрок, и мы продолжаем играть в Террарию 1.4 на версии... на какой версии? На сложности мастера, извините. Вот, пришлось, конечно, в прошлой серии основательно так забуриться, понаходить всякого мифрила, который мы в прошлой серии навыбивали с алтарей. И теперь пойдем, наверное... пытаться, ну, я даже не знаю, попытаемся выбить что-нибудь интересное с мобов, с мобцов в этом, в нашей ферме, а после этого попытаемся найти что-нибудь интересное. Может быть, мы еще сходим наверх, на острова. Нам надо... Так, ой, а чё это? А, тучка. Тучка, это хорошо. Так. Так. Так, секундочку, надо сделать чуть-чуть потише. А то вчера новые наушники купил. Теперь слышно гораздо лучше. Все. Так, звук 35 надо поставить где-то на 25, наверное. И звуки природы тоже на 25. Так. Угу. Так. Нам для зелья гравитации понадобится... Вот. Семена. Сейчас садим. Вот, как я уже говорил, это моя новая ферма. И вот. Так. Так. И высаживаем еще. Потому что огнецвета никогда мало не бывает. Точнее, много. Так. Вот мы его высадили. И пошли теперь в этот. В... Да, кстати говоря, надо... Сейчас будет еще этот. Забрать. Так. Забрали. Ой, забрали. Снимаем. Так. Угу. Надо потом плотно заняться рыбалкой. Так. Мы тоже сняли. Так, все. Это мы убираем за временной ненадобностью. Так. Спускаемся. А, вот еще, кстати говоря, да. О, сколько у вас тут? Да, не доделал, надо будет доделать потом. Ну, в принципе, неплохо-то на самом деле.
Поднимаемся снова. Надо скинуться. Много места не бывает, он тут ограничен. Так, вот. Вот он где. Так. Интересно, что можно будет выбить туда? О, как все подтормаживает. Так. Ой, как все. Надо здесь заделать будет. Так. О-хо-хо. Так. А что у нас тут в магазине? О, перчатка, фармация. Замечательно. Придется отложить наш поход на этот и сделать таки этот. Так. Наверное, мы возьмем. Так. А. 33, 38. Так. Смотрим у гида, что с этим можно сделать. То я что-то подзабыл. Белая нитка, перчатка и противовес. Так, нитка. Нитка у нас делает, по-моему, из этого, из паутинки. Так. Вот. Вот. Теперь. Теперь надо противовес. У нас этот будет красный, значит, наверное, надо желтый взять. Так. Рюкзак. И надо пойти перековать оба. Ой. Все время как-то привык, блин, забываю про эти пилоны на самом деле. Так. Прыгаем сюда. Перековка. Наверное, на скорость милишной атаки. Или так. Так. Это нам не особо надо. Этот. Так, демонический. Легендарный вроде как. У него самый классный.
Так, бедный, демонический, превосходный, сломанный, поврежденный, поврежденный, праведный. Ну, тоже неплохо. Прочный, неистовый, пылкий, прочный. Превосходный, неприятный. Пылкий, неприятный, некачественный. Сходный. О, ладно, пусть будет. Безжалостный, превосходный, неистовый, пылкий, безжалостный. Так, превосходный, праведный. Ладно. Будет, сейчас проверю. Тикс. Вау-вау-вау-вау-вау. Больно-то как. Надо эту штуку закрыть на самом деле. Интересно на самом деле, но, блин, надо, наверное, все-таки другую броню сделать или другой шлем одеть. Да и привык я уже как-то издалека всех. Так. Это перепривыкать надо будет. Так. Чтоб сюда запихать. Оп, сейчас посмотрим, как это работает. А, у нас стульчик типа. Окей. Так. Стульчик этот мы снимаем. Чего бы нам надеть? Зачем я крафтил? У меня же такой был. Так. Вот. Это оденем. Так. Каст. И, наверное, все-таки, я даже не знаю, что-то там слишком жестковато. Пойдем-ка мы лучше на этот поищем титан. Ага. Так. Спускаемся на ту глубину, на которую надо. Чтобы его найти. А это где-то около лавовый. Так. Этот нам не надо. А нам надо где-то вот этот уровень. О. Так. Свинца тоже надо бы. И так.
отличненько. Сенсия света. О, мимик. Это что за фигня была? Это что, он в меня отражает, что ли? Прикольно. Их. Так. Ладно. Так. Теперь еще вот этот скинуть. Вот этот. Нет. Эссенции у нас будет повыше. Куда идем? Вот сюда. Теперь вниз. Так. Еще ниже. Еще ниже. Вот, в прошлый раз мы здесь закончились. Так, а чё это я тут это хожу по этому? Так. Но, опа, опа, опа. Ил мы тоже забираем. С него много чего полезного можно взять. И... Ау. Так. Ну. И пошли собирать ил еще. Тык. Главное не пустить его. А. Или все-таки милишника взять. Даже не знаю. Вот. А, ну, я даже не знаю. Вот, пусть будет так. Так. Диан мы тоже заберем. Так. Пошли собирать все, что тут видим. Пошли собирать. Киевшки. И это у нас что? Это у нас мифрил. Пить.
давай, давай, давай. Перча. Тык. Ну. Ау. Так, что это у нас там? Демонитовая руда? И этот. У нас что тут? И опа. Тык. Так, так, так. Та пу, да? Да, это паук. Надо бы... Ну... Ага. Давай, пошли. Ну, 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 идь. Окей. Собираем, собираем. О, какой червяк. Ну, опа. Киюшки. Ил это тоже хорошо. Так. Изумруды. Но идите. Идите нафиг. Так. Куда теперь? О, волшебник. Волшебник. Это замечательно. Надо будет для него башню построить. Так. Вот. Скотина. Но так окей, что-то тут титана маловато. О, еще и каменный голем. Окей, хорошо, я понял. А вон и титан. Тык, тык.
Отлично. Ну. Ага. Вот и титан. По-моему, 5 единиц его надо. Это много, честно. А с учетом того, сколько надо будет сделать из него, тоже давиться надо. Опа. Замечательно. И пошли дальше. Собрать уже что-нибудь немного другое. Так, это кобальт. Ничего, тоже пригодится на кирпичики. К примеру. Будет прикольно потом в кобальтовую переделать все вот это вот мою деревню. Ага. Ладно. Берем. Ай, 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 нет, не. Ой. Так, жизнь меня к этому не готовила. Ну, ничего. Теперь еще. Где тут у нас этот? Вот его, ему этот медь. Шляпы. А, это не надо, это не надо. Отлично. Мифрил сюда. Титановая. Так, обсидиан. Вот. И здесь будет паучий клык. Так. И теперь. Так. Кутинка сюда. Этот сюда. И его сразу переработаем. Так. Что у нас там? А, желешка. Может не обращать внимания.
200. Интересно, что будет. Что-нибудь интересное попадется. Так, золото. Уже одну монетку набрали. Ага. Так. О, 10. Теперь надо снять отсюда, чтобы все это по... Янтарь сюда. Это примерно, наверное, все-таки снять. И, наверное, придется таки вот так вот сделать. Секундочку. А, точно. Хорошо. Так, а куда мы ложили этот? Вот он. Так. И идем-ка мы. А зачем я выложил этот? Надо же будет забрать там немного этот. Хотя, наверное, я вне серии это буду делать. На самом деле, слишком уж как-то скучно и получится иначе. Ладно, второй посмотрим сейчас и куда-нибудь направо поедем. Ить. Так, хапнули. И так, 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 тык. И окей, пошли. Они, конечно, уже не нужны, но... Разве что найти. Ага. На подвеске. О, а это что у нас? Это у нас рубины. Замечательно. Тик. Светящийся краб. Это что такое? Опа. Но, но. И давай, давай, опа. А это чё? Так.
что-нибудь еще интересное. О-хо-хо-хо-хо. А, блин, трюфельный червь. Смылся таки, гад. Пока я соображал тут. Ау! Да, не совсем то, что хотел. Все-таки пулемет привычнее. Так, тык. Так. Так, сюда выкинем пока. Это сюда. Ух. Ладно. Смотрим другую степь тогда. Если направо у нас будет грибной биом, то а, налево у нас что будет? А нет, тут мы теперь направо пойдем. Давай. Ну и теперь. Так. Так. Фу. Так, титановая. Давай. Все. Так. И ну и спрятался, блин. Так, ладно. Выкладываем.
да, это-то я повесил, ну и все. Вот, осколки кристалла. Пойдемте-ка мы дальше. Наверное, сходим-ка мы в этот. Что тут у нас есть? Так. И собираем кобальт еще. Так. Фигушки вам. А не мое царское княжеское тело. Так. Так, ладно. Хорошо, что хоть только факелы. Окей, ладно. Смотрим, что тут у нас есть. Давайте, запрыгивайте сюда. Угу. Так. Это ничего интересного. Ну, давай. И поехали. А направо у нас что, я уже забыл. Тык. Ау. А, ледяной биом. О, сколько тут всего интересного. Так, а ну стоять. Ну, блин. Блин, хардмод это, конечно, хардмод. Ладно. Так. Взяли. И пошли. Теперь уже еще, ну, уже ниже. Так. О, мимик. Что интересно с него выпадет? О, подожди, интересно. Хм.
направо мы ходили, теперь пойдем налево. Так. Давай, давай, давай. Поехали. Сапфиры. Лечебные. Так. Ну. Так. Отлично. Но. Интересно это, а? Ну, блин. 45 золота. Когда? Ладно. Так. Подсветка кончилась. Так. Вкладываем. Вкладываем. В общем, все выкладываем. Так. Идем снова вниз. Наверное, надо будет сейчас чисто ради интереса сходить до, ну, до кое-куда. Но сначала заберем денежку. Так. А это у нас там чё? Это у нас там серебро. Окей. Ладно. Так, пошли вниз. Ой. О, как интересно-то. Отлично. И собираем все это. Сколько у нас получается? Много у нас получается. А, замечательно. Ну, давай, давай. Хорошо, берем все.
Так. Выкапываем. Теперь вот это. Кобальт, свинец. Нам, ну, свинец нам потом по... Да что же вы творите-то, а? Что же вы творите-то? Так. Сразу берем. Так. Нет. Так. Это мы тоже забираем. Ить, ить, ить. Ну, и вот так вот. Смотрим, что из этого выйдет. Платина, да? Так. О, сколько вас там. Надо бы вас будет сейчас чпокнуть. Давай. Так. Ну, опа. Ой, сколько вас тут, прямо, блин. Ну пусть будет. А, есть? И окей, ладно, идем. Ну. Ой. Я и забыл. Ладно, что поделать. Придется так делать. Кончилось, да? Еще один. Ну, давай, 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 давай. Опа.
Эх-эх-эх. Ща ми фрил. Мне бы, правда, титан теперь, а не мифрил. Так. И давай, давай. Пошла. Пошло дело. Теперь чуть-чуть ниже надо. Рыбоудильщик. Конечно, не очень интересно падает. То я что-то забыл слегка. Тык. Это мы тоже забираем. Тоже кобальт. И идем собираем. Вот это у нас титан. Ой, а что это нам выпало? Прикольно, но не совсем. Так, ладно, запуриваемся еще ниже. Так. Пошли. Вот так. О, ил. Ну и так хорошо. Тик. Так, а где у нас тут еще есть этот? Вон, вон где. Ага. Алмазики. Ага, а вот и этот. Так. Ну. Идем дальше. Да, этот у нас тоже кончился. Подсвечивалка ресурсов. Поэтому надо как можно больше успеть выкопать. Так. Ил. Отлично. Так. О, мрамор.
Ничего, будет теперь еще и этот. Но. Опа. Давай еще ниже. О. Абонит. Это выкидываем. Так. Ну, опа. Ну. Так. Эть. Ну, опа. Ну, вот так. Так, а что у нас тут есть? Окей, ладно. А что нам стоит? Можно выкинуть землю, выкинем. А, так, берем все и идем дальше. Сколько у нас там еще осталось? Ничего не смертельно. Опа. Так, эти выкидываем. Тоже выкидываем. Нафиг. Так. Ну, опа. Ну. Давай. Давай. Так. Отлично. О, сколько вас тут? Ну, дай. Нафиг отсюда. Тык. Ой, чуть было не.
выйти отсюда. Ау. И хи-хи-хи-хи-хи-хи. Ну, давай. О, как же тут все-таки сложно. Давай, оп, 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 оп. Ну, давай. Опа. Ой, сколько у вас тут. Так, уськи. Ну, теперь осталось только их всех срубить. Где вот тут? Ага, вот. Ух, потненько так-то. Так скоро стрелы закончатся. Честное слово. Так. Тык. Ну. Еще так тебя тут не хватало.
Да блин. Блин. Ну, 12 это все-таки не 45. Ладно, хорошо. Да. Ну, пусть так будет. Так. Да пойти, что бы сделать. И вот это все скидываем. Так. Эссенция тьмы. А вот сюда же и скинул. Так. Теперь что? Это сюда. Мраморный блок. Шел нафиг отсюда. Кобальтовая. Сюда. Это что у нас? 56. Маловато что-то. На фоне-то всего остального. Так, так. Так, 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 так. Этот мы куда? Этот мы сюда. И этот сюда. Так. Грязь выкидываем. Ил сейчас применим. Камень. Камень скидываем. Этот. Семьдесят один. А, ну да. Подожди, нет. Так вот. Так. Нет, вот так вот. Теперь снова все применяем к переработчику. Смотрим, что у нас там интересного появилось. Или появится. Но все равно будет тут и так уже хорошо. Так. Так. 100 ила осталось 100 ила, осталось 50 ила. Надо будет распределить снова все. О, как хорошо. Тык. Вот и отлично. Надо будет скрафтить на потом вот этих вот светящихся и всего остального. Так. Ну да. Так. Перерабатываем.
Перерабатываем. Так, если 15 у нас было 72, значит 70 это у нас получается 15. Смотрим, что можно сделать. Вот это еще нормально. Это, о, это тоже нормально. Можно, конечно, арбалет. Так. Изготовление. Сколько там надо на кирку? 20. Что у нас? Призывательский. Это с Фростмуна. Это на мага. Это на стрелка. Это на миличника. Всего так 20, 26, 46, 46, и каждый по 13 и 39. Ну, хорошо. Ладно. А, надо, наверное, сейчас колчан будет скрафтить. Бесконечный этот, как его, а где тут у нас камень есть, и вот сюда камень мы взяли, все собираюсь с нее ее построить, все время забываю. Так. И так. И еще. И еще. Там 4 надо же вроде. Да, 3, 4. Ить. Так. А нет, не сюда. Вот. И заодно, так, надо заодно и этот пулеметный-то прикупить. Так. Ага. Так. Один взяли. Второй есть. И хе-хе-хе-хе. Третий чек. Четвертый. Четвертый есть. И вот. И вот раз, два. Ну, конечно, такое себе. Ну и так хорошо. В качестве этих. Так.
Вызваем. Так. Думаю, на этом, в принципе-то, серию можно будет и заканчивать уже. Потому что бегаем мы уже больше часа, почти полтора. Так что в следующей серии, наверное, мы пойдем... Я тут, конечно, вне серии еще немного побегаю. Попытаюсь застрою вот это вот пустое место. Дальше что еще? Еще, наверное, попытаюсь найти еще немножечко титанов. Так что в следующей серии, может быть, вполне возможно, я буду опять-таки тоже в этом. Уже в титановом сете, с новым титановым оружием, все такое. Вот, но не факт, не факт. И, скорее всего, в следующей серии мы попытаемся побегать по джунглям, поискать вот эти, не знаю, если... Мне интересно, эти орешки-то, которые повышают еще на 5%, ну, на 5 единичек жизни, они до Плантеры или после? Я этого не помню просто. Вот, ну, тем не менее, пойдем, наверное, в данж. Так что, если вам интересно, что будет, смотрите следующую серию. А до тех пор, пока-пока.